Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами легко, быстро, просто из доступных ингредиентов приготовим очень вкусные и хрустящие слоеные ушки. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Для слоеных ушек нам понадобится 0,5 кг слоеного бездрожжевого теста, мука для работы с тестом, 150 грамм сахара, молотая корица по вкусу, 100 грамм сливочного масла. Ну что ж, приступим. Для начала нужно приготовить слоеное бездрожжевое тесто. Как видите, я его уже приготовила. Видео рецепт приготовления слоеного бездрожжевого теста вы можете посмотреть на моем канале в моих видео. Теперь берем тесто. Сначала поверхность присыпем мукой. Отрезаем половинку и нам нужно раскатать пласт толщиной 0,5 сантиметра. Тесто я раскатала, теперь нам нужно вырезать ровный прямоугольник. Прямоугольник я сформировала, теперь его нужно хорошенько и обильно смазать сливочным маслом комнатной температуры. Оно должно обязательно быть вот таким вот мягким, не топленым маслом, а вот таким вот мягеньким. Тесто я хорошенько смазала, а сейчас нужно сахар смешать с корицей. Я на 150 грамм сахара беру 2 чайные ложки корицы. Вы берите уже по своему вкусу и хорошенько перемешаю. Теперь весь наш прямоугольник посыпаем сахаром с корицей. Посыпали, теперь берем качалочку и вдавливаем сахар в тесто. Будем формировать ушки. Определим вот так вот где-то центр и теперь с одной стороны будем скручивать вот такую вот трубочку к центру, который мы с вами определим. С одной стороны закрутили, теперь будем закручивать со второй стороны, тоже вот так вот к центру. Берем острый нож и приблизительно 1 сантиметр будем вырезать будущие ушки. Вот такие у нас получатся небольшие ушки. Будем их выкладывать на противень, застеленный пергаментной бумагой. И будем потом выпекать. Вот такие вот ушки мы сформируем из всего теста. Первые партии ушек я уже сформировала, вот такие они у меня получились небольшие. Если вы хотите, вы можете по размеру их больше делать, просто прямоугольник чуть шире раскатывать. Моему сыночку такие вот маленькие больше нравятся, поэтому я вот такие вот и делаю. Сейчас отправляю их выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов Цельсия. Будем выпекать приблизительно полчаса, чтобы они у нас хорошенько так и красивенько зарумянились. Ушки уже испеклись. Вот такие вот они получились красивые, румяные и очень вкусные. Главное, готовятся быстро и не требуют много усилий. Сейчас покажу, какие они получились еще хрустящие. Смотрите, хрустит как, рассыпается. Видите, какое вот красивое слоеное тесто получилось. Вот такая вот карамелька с корицей. Это очень-очень вкусно. Надеюсь, вам понравится этот рецепт и вы обязательно его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!